наши. А там, скажи, Саша, ну, конечно. Вот сюда. Тут у нас... Я взяла гитару, и вот у меня пошла вот эта... Я говорит, я представила, как идут вот вдоль обрывов люди, как они идут, и вот как они вот в эти леса идут, и как, в общем-то, они погибнут, но и никто о них не вспомнит. Я позвонил и просил телефон, и говорю, такой предмет. А он говорит, конечно, придет, конечно, конечно. Находитесь чудесно совершенно. Я, во всяком случае, очень люблю эту библиотеку, это место, и такие люди, которые любят эзотерику, говорят, что это сакральное место, оно так и есть, потому что здесь происходят невероятные чудеса. Вы находитесь в гостиной Марины Гончук. Но бывает ли у вас такое в жизни, когда вы пришли в гости, а хозяйка по форс-мажорным обстоятельствам, ее нет. Вот, сегодня произошел вот тот самый случай. И наша чудесная Марина, я так всегда любила ее выходы вот сюда, к вам, навстречу с вами. Она всегда находила какие-то необыкновенно теплые слова. Она сама такая красивая, такая одухотворенная. И вот мы лишены вот этой счастливой, я в том числе, этой возможности смотреть на нее оттуда. Но вот мне пришлось вот выполнить вот эту странную задачу. Марина бы нашла для него самые-самые яркие краски, потому что, как вы уже прочли в пригласительном билете, сегодня у нас гости из Парижа. Это мои очень-очень хорошие знакомые, друзья. Причем мы с одним гостем совсем не виделись, другим гостем виделись, но это все чувствовалось на расстоянии. И подарила мне этих друзей Анна Юрьевна Смирнова-Маглит. Вот многие из вас знают уже ее, многие были... знают, что вот она член нашего клуба «Москвички», член гостиной Марины Гончук. Она переписывалась с Мариной. Марина написала стихи, посвященные Анне Юрьевне. Может быть, даже они сегодня прозвучат. И вот Анна Юрьевна, она всегда, находясь далеко-далеко от Москвы, от России, в Джордан-Вилле, она всегда делилась с нами своими друзьями, своими чувствами, своими какими-то открытиями. Но самое главное, конечно, вот этот щедрый дар. И сегодня как раз здесь с нами будут подаренные Анной Юрьевной Смирновой Марли встреча с друзьями. Наши гости из Парижа, они уже здесь находятся, они тоже ждут эту встречу, и тоже с волнением, с необыкновенным. Это Вероника и Анатолий Переверзевы. Мы их приветствуем. Они сами расскажут о том, потому что всегда интересно, как же произошла встреча с такой легендарной женщиной, с кавалером 2 орденов почетного легиона, с орденом заслуги, с легендарным автором песни «Партизан», это гимна сопротивления в годы Второй мировой войны. Вот наши гости расскажут о том, как произошла эта встреча, потому что у меня своя история, но когда-нибудь я расскажу об этом. И вот эта встреча дала потрясающий, совершенно такой пассионарный импульс, потому что и Анна Юрьевна их вдохновила, и они вдохновили Анну Юрьевну, потому что она была счастлива присутствовать на концерте в 2000 году, когда она приезжала в Париж по приглашению Жака Ширака. Вот это был подарок консерватории, в русской консерватории в Париже имени Рахманинова. Там Вероника и Анатолий, это что-то было потрясающее, и продлило жизнь ее духа. Вот, а сейчас... Спасибо большое за внимание, что вы меня впустили вот на эту сцену в гостиной. И я передаю слово вам.
Вероника и Коля. Спасибо. Именно об этом мы и хотели бы рассказать, о наших встречах с Анной Юрьевной Морве, о нашей дружбе на протяжении счастливых 8 лет и о нашем совместном творчестве, потому что мы сделали с Вероникой, можно сказать, вместе с Анной Юрьевной 2 спектакля. В 2000 году, который она видела, присутствовала в концертах Рахманинова и принимала участие даже. И спектакль, который мы сделали уже позже, но под ее так или иначе вдохновение, и она вдохновляла нас и советовала, то есть редактировала. Шла такая работа через интернет, через телефон, и мы создали спектакль для французской аудитории, но Анна Юрьевна мечтала и хотела очень, чтобы мы повезли его в Россию, в Украину. Значит, первый спектакль назывался «Белеют парус одинокий», потому что многие не знают, но многие из вас, именно членов клуба «Москвичка», знают, что Анна Юрьевна в родстве с Михаилом Лермонтовым. И поэтому, значит, так получилось совершенно случайно, и я немножко, буквально 2 слова, скажу об этом первом спектакле. Значит, когда мы его готовили, то нам почему-то очень понравилось стихотворение «Белеет парус одинокий». И мы вот взяли первые строчки и сделали такую программу. Потому что олицетворял дух. Да, что олицетворял дух именно из рода Лермонтова, Бердяева, там Анахматова, Столыпина. И вот, значит, она мятежная, как буря, как будто буря ждет, ищет покой. Есть покой. И вот, значит, мы пришли в редакцию издательства, вернее, Big Ben, где должны были выйти ее мемуары. И Пьер Брасуа, издатель этот, нас пригласил, и вдруг мы видим на камине портрет, сделанный углем на газете, 62-й год в Риме, под стеклом. И там как раз строчки из этого стихотворения Лермонтова «Белеет парус одинокий». Мы совершенно были в шоке. Вы представляете, ну как же так? Что же это за такая мистика, такая интуиция? И когда посмотрел наш спектакль Пьер, он с согласия Анны Юрьевны сказал: «А что, если я ребятам подарю этот портрет?» И это единственный портрет, к нашему счастью, который хранится у нас Анны Юрьевны. Так вот, этот спектакль наш, он готовился очень быстро. И я только хочу рассказать, как вы сказали, Асли, как мы встретились с Анной Марлей. Это был 97-й год. Блины у князя Голицына в предместье Парижа в Медуне. Это традиционный бал, который русские проводят на Масленице. На Масленице. В Медуне, где всегда много русских жило, иммигрантов, Цветаева там жила, и до сих пор там немало русских, и есть русский приход, русская церковь. Да. И вот нас пригласили туда на блины. Мы пришли, и у нас был маленький номер, с которым мы выступали в свое время, мы актеры киностудии Довженко из Киева, мы выступали в нашей программе «Актеры кино и театра». Ездили с этой программой. У нас был маленький номер на стихи Николая Рыцуга. Вот мы сейчас его используем. В зале сидела Анна Марли. Чтобы нам понять и почувствовать, что дальше произошло. Да. И мэр Медона сказал об этом, и также Борис Голицын, князь, сказал, что в зале находится знаменитая Анна Марли, композитор песни французских партизан. Ну, многие, конечно, ее знали, потому что она жила в Медоне. Вот, а мы, молодое поколение, только слышали об этом имени, об этом гимне партизан и так далее. Знали, что она пела песни, что ее песни пела Эдит Пиаф, Ил Монтан, Жан Саблон. Но мы никогда ее не видели. И так как мы находились за сценой, то тоже не увидели, когда ее представили. И вот прозвучал этот номер, который мы сейчас вам попытаемся воспроизвести. Пели мы акапельно. От нас на этом бале, на этом вечере, на этом празднике Анна Юрьевна. Номер, с которым мы выступали, ездили по России, по Украине. Мир поэзии Николая Луцова просторен и светел. Человек радуется и грустит, страдает и любит, всегда живет бесконечным разнообразием мыслей, чувств, побуждений.
Необычен этот мир, созданный поэтом, необычен и прост, как бывает проста и необычна. Истина, открывающаяся нам, неожиданно. Улетели листья с тополей, повторилось в мире неизбежность. Не жалей ты листья, не жалей, а жалей любовь свою и нежность. Пусть деревья голые стоят, не клянет и шумные метели, разве в этом кто-то виноват? Деревья в листья улетели. Улетели листья с тополей. Повторилось в мире неизбежно. Не жалей ты листья, не жалей. А жалей любовь свою и нежность. Пусть деревья голые стоят, не клянет и шумные метели, разве в этом кто-то виноват, что с деревьев листья улетели. Я люблю, когда шумят березы, когда листья падают с берез. Слушай, и набегают слезы, на глаза отвыкшие слез. Все очнется в памяти невольно, отзовется в сердце и в груди. Станет как-то радостно и больно, будто кто-то шепчет о любви. Только чаще побеждает проза, словно дунет ветер хмурых дней, ведь шумит такая же береза, как могилой матери моей. На войне отца убило пулей, а у нас в деревне оград с ветром и с дождем шумел, как улей. Вот такой же желтый листопад, Русь моя, люблю твои березы. С первых дней я с ними жил и рос. Потому и набегают слезы на глаза, отвыкшие от слез. В этой деревне огни не погашены. Ты мне тоску не прорвешь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Светится тихий, светится чудный, слышится шум пони. Были пути мои трудные, трудные, девшие печали мои. Были пути мои трудные, трудные, девшие печали мои. Скромная девушка мне улыбается, сам я улыбчив. Яркие звезды горят, трудное, трудное все забывается, яркие звезды горят. Кто мне сказал, что в мгле заметельный глохнет покинутый луг? Кто мне сказал, что надежды потеряны, кто это выдумал, друг? Кто мне сказал, что надежды потеряны, кто это выдумал, друг? В этой деревне огни не погашены, ты мне тоску не пророчь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Светлыми звездами нежно украшена тихая.
вот все ушли в зал, там принимали, пили шампанское, и вдруг Анна Юрьевна стоит, как королева, с челмой, такая статная, ну просто действительно, когда смотрели на нее, то казалось, что эта женщина просто посетила нас из другого мира. Она стояла недалеко у стойки бара, где шампанское нам подавали, и вдруг говорит: «Вот, трубадуры, а ну-ка, ребята, подойдите». Мы подошли, но мы ж не знали, кто это, потому что там был весь высший свет, все из родов аристократических, белогвардейцы и так далее и тому подобное. И она нам протягивает визитку, берет у нас программку, которая у нас здесь находится, после нашего выступления мы вам покажем, и пишет: «Надо увидеться». Мы отходим, и нам было неудобно, мы сразу не могли смотреть, кто нам дал эту визитку. И вдруг, значит, читаем: «Анна Марли». Мы обомлели. Вы представляете, вот так просто человек к нам подходит, значит, и говорит: «Надо увидеться». Ну, представьте себе, где у нас поэты какие-то знаменитые или композиторы, вот так вот к вам каким-то неизвестным актерам и певцам подойдут и скажут. Это нас просто удивило, покорило. Мы сразу оглянулись, где Анна Марли, где Анна Марли. Хотели подойти, поблагодарить, познакомиться, но не тут-то было. Анны уже не стало. Пришлось звонить ей, и она тут же сказала: «Воскресенье в Шатне-Малабри, недалеко от Кламары. Увидимся, будет Борис Спасский, будут мои подруги, Палин и другие. И вот, значит, приходите». Мы приехали и встретились там с Юрием Александровичем, со всеми ее друзьями. И Анна сходу подарила нам свои ноты и сказала: «Ну что ж, ребята, у меня надежда, что вы сделаете спектакль по моим произведениям, по моим песням, по моим стихам». И подарила нам также книгу «Трубадур, певец свободы». Это был 97-й год. Они уехали, потому что они приезжали, она приезжала похоронить свою сестру Марину, и, конечно, надо было продать этот дом. И адрес, который я вам дала. И, короче говоря, завязалась переписка. Мы долго готовились к этому спектаклю, ее «Трубадур, певец свободы». Ну, Анна Юрьевна, вы сами знаете, как это бывает, она вдохновенный человек, и она говорит: «Так, ребята, надо делать побыстрее, пока я жива, пока я могу приехать в Париж». И такая возможность предоставилась. 2000 год, 60-летие призыва де Голля и правительство Франции, Жак Ширак, и также все из общества сопротивления, резистанции ее приглашают. И она нам пишет, что выходит книга вот этих мемуаров, и я еду. Готов ли спектакль? Готов, не готов. Совершенно был спектакль, вы знаете. И тут, конечно, как мы всегда русские люди, мы начинаем быстро-быстро делать спектакль. И мы пригласили, чтобы с нами участвовать, поскольку в ее биографии многие, которые не знают, откроют для себя Анну Марли, а многие из вас из клуба «Москвички» знают, значит, что она была разносторонне одаренным человеком. В 16 лет она уже стала членом ССЭМ, это общество композиторов в Париже. Она была ученицей Прокофьева. Она училась в школе Ксишинской балету. И также, значит, сочиняла стихи уже с детства. И поэтому, значит, надо было как-то включить все вот эти ее разнообразные творческие возможности, в которых она принимала участие. Поэтому мы пригласили из театра, знаменитого театра «Солнце» Арьяны Мнушкиной, это дочь известного Александра Мнушкина, кинопродюсера «Фан-фан тюльпан», который вы знаете фильма, значит, ее известный театр, всемирно известный «Солнце», пригласили актера иранского, танцора, который, Анна сказала, после Нижинского она ничего подобного никогда не видела, значит, он воплощал ее музу. Вот. Извини, она говорит, и у нее волосы были ниже всего возможного. Вот такой был. Действительно, очень живописный. Хорошо. Значит, потом мы пригласили такого Ершова, музыканта и певца, знаменитый, его дедушка был знаменитый бас
вас в Мариинском театре, да? В Мариинском театре. Значит, мы тексты ее читали на русском языке. И таким образом Анна была счастлива, и как в ее духе это было, она устроила щедрый прием за свой счет и в конце сказала: «Ну, праздник удался, а теперь поехала русская тройка», ударила этим бокалом, который мы ей подарили с водочкой, значит, и на счастье разбив, мы понеслись. И она танцевала, говорит: «Теперь я не могу на своих пуантах танцевать, но в локтях потанцую». Она танцевала, напела, был приглашен Нико Чепчебадзе, благодаря которому Анна связь нашла с вашим клубом «Москвичка» и потом передала в дар вот, фонда вашей русской культуры много-много экспонатов со своего архива. Вот, пожалуйста. Дело в том, что Вероника сказала, что Анна Юрьевна была приглашена по правительствам Франции на эти торжества 60-летия призыва де Голля. И таких людей масштабы Анны Юрьевны уже очень мало. К тому времени уже было, к сожалению, ушли из жизни. Ее принимали как легендарную героиню. Торжества были и в Пантеоне. Вы знаете, Пантеон, там знаменитые люди истории Франции. Жан Мюлен, который возглавлял сопротивление, там похоронен. Там мы были, и там звучала эта песня. Там был хор французской армии. От леса до леса. То есть песня французских партизан. Потом в Мадлен, великолепной церкви. И был прием и в других городах. Великолепные приемы на государственном уровне, в торжествах. И потрясающий был вечер в инвалидах. Кто знает Париж, что такое инвалид, гробница Наполеона, но гробница, вот этот собор, где лежит Наполеон, его гробница, а рядом через витражи такие, стенку витражную, большая церковь. И вот церковь по приглашению собралось очень много людей, и мы тоже были приглашены, и хор французской армии, и симфонический оркестр исполнял произведения вот Анны Юрьевны несколько. И пели песню французских партизан. И представьте себе, что Анна Юрьевна в ее возрасте. 84 года ей было. С гитарой. Нет, чуть раньше. Это был жизнь. Она в 1917 году. Ей было 82 еще. 82. А, да, простите. 82 года. Она вышла с гитарой. Это существенно. Со своей, с которой она приехала из Америки. И представьте себе, вот сзади стоят формы, стройные, хор французской армии, оркестр симфонический. И она начала петь очень молодым голосом: «Ами, антантю, леоль, нуах, де корбосю, де плене». Она начала первые эти строки петь, играя на гитаре, и хор очень тихо так подхватил, стал развивать. Музыка пошла, ну, нарастание идет, нарастание, и потом включился орган. Знаете, это было торжество. Вот мы особенно осознавали, что это торжество человеческого духа, и в данном случае русского духа. Здесь такая история. Вы знаете уже творчество Анны Юрьевны. Еще только прости, что зал встал. Тысячи людей, потому что огромный зал, встал и стоя слушал. Вы знаете эту историю о том, что ее прапрадед атаман Платов на портрете своей дочери написал: «Отдам свою дочь, жены тому, кто доставит мне Наполеона, живым или мертвым». И вот когда вот это все звучало, люди встали, и орган, говорит, под этими сводами слышали, думали, как бы идет прославление Франции, ее, этой великой нации, но кто это сделал? Это сделала все русская женщина и праправнучка атамана Платова. Ну, все близкие, там, знакомые, друзья стали ее обнимать, целовать уже, когда все это закончилось. И мы тоже протиснулись с Вероникой, целуем ее, обнимаем. И я Анне Юрьевне тихо говорю: «Анна Юрьевна, а ведь за витражом...» И хотел сказать «Наполеон», и не досказал. А она мне сказала: «Я тоже об этом подумала». Злодей, она говорит, злодей, да. За стеной. Было столетие, когда мы сюда приехали со дня смерти Наполеона. И вот, говорит, мой дух снова победил, как Платовский, говорит, сегодня здесь, в этом зале. Это трудно Наполеон. Передать все эмоции и чувства, да. Но вот Наполеон великий, которому весь мир ей до сих пор поклоняется, там это... Как у фараона его гробница, да. И вот Анна Юрьевна, русская женщина, которая прожила всю жизнь за рубежом, вне родины, но была, может быть,
больше русской, чем мы, живущие на ней. Нас, с вами, да. Вот несла всю эту культуру, этот сильный дух, заряд такой от своих предков великих. И вот она здесь была, и она была вот в этом полете выше, чем вот и Наполеон. Да. И вот, Толя, что интересно, вы знаете, эти кадры ведь она прислала нам. Да. Вот, прислала нам, и они вошли в фильм. Вот Чевчевадзе, да. Русская муза французского, да, сопротивления. Но, конечно, но вот ваш рассказ, он так дополняет, да, все там, ну, стояли. Вот, есть, вообще, да, но и что-то вы еще добавили, какое-то очень важное, вот этот витраж и вот этот злодей, да, я тоже подумала об этом, это так все очень дышит. Да, ею. И в консерватории Рахманинова, где Анна Юрьевна бывала в юности своей. Она так и хотела, чтобы мигранты белые организовали, и Рахманинов там был, и имя Рахманинова. Вот. И мы, конечно, с душой сделали этот спектакль, где, как Вероника рассказывала, было много участников. Мы с Вероникой вели линию текстов ее замечательных, о ее жизни. Если шла речь о том, что казак русский научил ее играть на гитаре, у нее в тексте, то Леша Ершов, внук солиста Мариинского театра, он, да, пел казачью песню прекрасным, да, голосом, прекрасной манере. Если шла речь о балете, да, наш Шарок танцевал с одной партнершей, испанкой. Все это было настолько прекрасно, что Анна Юрьевна, потом, вернувшись в Америку, написала нам в письме, это в книге есть, у Аси, о том, что, ну, ее принимали как героиню, но тем не менее она написала, что если бы не было этого вечера, такого, да, прекрасного, такого душевного, для души, то это было бы все скучно. Вероника, а вы знаете, что все имеют, вот белеет парус одинокий, и то, что вы так здорово прислали Анне Юрьевне, это же все вошло в книгу. А теперь... Но она просила. Ой, ну это было чудесно, что она мне переслала. Да. Не было никакой мысли о том, что будет книга, все. Но она мне что-то присылала. Вот так же, как она сказала, будет спектакль, так же она, да, мне сказала, будет книга. Практически из ничего. И вот сегодня все присутствующие увидят ваш спектакль глазами тех, кто оставил вот отзыв. Вы сейчас... Знаете, мы, к сожалению, сейчас спектакль этот не будем вам показывать, потому что, да, у нас, да, фрагменты. Фрагменты только. У нас нет с собой, с нами музыканта. Мы ехали на презентацию книги, которая вышла в Кисловодске. Это первый. Мы не могли взять нашего музыканта, изумительный. А что вы можете гитарист из этого спектакля показать, но, сейчас? Из того спектакля практически ничего. Ничего. Тогда знаете что? Первого. Мы вам просто... Со второго. Со второго. Отлично. Тогда сядьте, пожалуйста. Да. Сейчас... Ну, вы знаете, что в нашем союзе москвички, творческие женщины, просто я просто ими наслаждаюсь, любуюсь, и Анне Юрьевне удалось тоже понаслаждаться, полюбоваться ими, потому что, когда я поехала первый раз к Анне Юрьевне, то все, очень много москвичек наговорили звуковые письма ей. Ну, что такое письмо, вот просто написано, а здесь звуковые письма, и вы знаете, что... заслуженная артистка республики, член союза, правления союза композиторов, композитор Наталья Финк, она послала свое письмо звуковое, музыкальное, ностальгия. И знаете, и вот Анна Юрьевна слушала, вот я никогда не забуду вот это огромное окно, там вот на улицу церквей выходит Жордан-Вилли, сосульки висят. И она говорит, прослушала и говорит, можно только плакать от счастья. Вот давайте сейчас заплачем от счастья. Наташа, пожалуйста, давайте вспомним. Вот, и как-то, мне кажется, стадии по Ане Юрьевне. Thank you.
Здравствуйте. В вашем... Вы такой прекрасный, вы такой замечательный. Ваше лицо. Ваше лицо. Мы поздравляем всех присутствующих здесь мужчин. Мы поздравляем Толю. Мы поздравляем друзей твоих, Толя. Твоего брата Бориса Николаевича. У нас тоже есть здесь офицер Армен. Да, и Армен, я хотела... Посматриваете скептически. Мы поздравляем Олега, его учеников, его сыновей, можно сказать. И благодарим вас. Благодарим за возможность вот так сидеть, принимать гостей, слушать прекрасную музыку. Спасибо. Здоровья вам. Буквального такого вечера концерта Рахманинова. Анна Юрьевна, естественно, уехала. Мы продолжали переписываться, переговариваться. И решили делать спектакль, но уже на французском языке. Надо делать для французов, чтобы они понимали. Но, к сожалению, вы знаете, во Франции с памятью о войне не совсем дело стоит так, как у нас. Да. К сожалению. Страна до сих пор в некотором плане разделена. Есть немало людей, которые, я не хочу сказать, они не в большинстве, но есть немало людей, которые считают, нет, Петен, тот, который возглавлял правительство в сотрудничестве с фашистами, с немцами, что это было не так уж и плохо. Они считают. И люди, которые были в сопротивлении, а там было немало русских, и славян, и украинцев, и белорусов, и грузин, армян, и, то есть людей, выходцев так или иначе из Российской империи или Советского Союза в сопротивлении. Вот есть такое понятие, и поэтому официально все признается, заслуги и Де Голля, и сопротивление, и герои, есть прекрасные монументы, все это есть, но иногда мы сталкиваемся с тем, что для нас... Худо ли бедно воспитанных в Советском Союзе, для нас память о войне, самое о наших родителях, о подвигах, о жертвах огромных, для нас это иногда непонятно. И мы подумали о том, вместе с Анной Юрьевной, что надо... Она, наверное, сказала, надо будить. Надо будить, надо идти. Как она всегда говорила, не рассчитывай только на большие залы. Как оценелые души, вот у меня письмо есть. Не только рассчитывать на большие залы, на приемы прекрасные. Говорит, а вы делаете, как я. Я, говорит, брала гитару, рюкзачок и университетскую аудиторию, да. В школу, в коллеж, куда угодно. Ну, мы так всегда тоже с Вероникой работали. Работая в театре, в кино, мы делали свои программы, ездили куда угодно. Знали и большие, огромные залы, и малюсенькие аудитории, все что угодно. И вот мы сделали такой спектакль вместе с французом, гитаристом. Жан-Батист Лая, прекрасный человек, который играет русские мелодии, французские, великолепно на гитаре. И мы сделали так, что спектакль, его структура простая. То есть пролог – это история создания песни «Партизан», ее русского варианта сначала, и потом французского, встречи с Дрюоном и Кесселем, и триумф этой песни. А потом мы представляем 12 одних из самых лучших песен Марли, половина причем французских ее песен, половина русских песен. И вокруг всего этого ее поэзия. Партитура света, все очень просто. Да. Это спектакль такой эстрадный, но... Мы его показали в театре «Аталант». Это маленький театр на Монмартре. Такой есть театр-ателье, где в 30-е годы, 20-30-е годы многие русские приезжали туда, в том числе там выступал Михаил Чехов. Это был такой директор «Барсак» из русских корней, у него мама из русских корней. И вот это был театр Дюлена, Шарля Дюлена, и там работал «Барсак». И вот, значит, когда он умер, то зал разделили, и вот этот зал, где Михаил Чехов выступал, да, там уже сейчас это французская часть, откуплена, там уже другой театр. Ну вот, и мы показали его, получили за этот спектакль «Маску Бакста» на фестивале русского театра в Париже. К сожалению, не можем вам сейчас показать этот спектакль, но только вот пару фрагментов. Причем исполняем мы их, как, конечно, как актеры, не как певцы. Вот. Не важно. Анна Юрьевна была удивительным человеком, да, Анатолий? Потому что, когда вот читаешь серьезную поэзию из сборника «Мессидор», одну, да? Когда ее басни от 9 лет до 99 лет читаешь, тоже совсем другое восприятие. И когда, значит, читаешь ее вообще поэзию, то тоже удивляешься, что наряду с такой песней «Партизаны»
многими другими серьезными, даже философскими стихами, вдруг такая песня, как «Родина». Она же знала Родину, только знала по рассказам ее няни, так и мамы, и няни. И поэтому вот нас покорила эта песня. Мы всегда говорим о том... чистоту деятельности. Естественно, что у Анны Юрьевны две родины было. Это и Франция, в которой она приехала в возрасте 3 лет, и Франции было и много. Осуществиться как артисту, жить более-менее достойно вообще, прекрасно. И Россия, в которой она жила, она воспитывалась в этом духе. И вот две песни. Одна родина. Русская песня и «Ля Франс». То есть мне вторая. Иди, пожалуйста, сюда, то я попадаю там в дырочку. Я большой не трогаю. За сцену. А если зажать немножко, тогда обстоятельства. Немножко. Родина далекая и близкая моя. Родина, не знаю я тебя. Но греюсь этим словом, как греется весна лазурным небосводом. О, Родина, Родина милая, ты мне как сестра, ты мне как мать, когда я сирота. Вспомнишь и скажешь, что где-то под луной пишется, поется язык родной. И так уютно станет, друг, что где-то по-русски поют, по-русски любят и бродят. И русский дом, и русский сад, детишки на урок идут, Петя и Ваня их зовут. Даже луне матрешкой быть, русскую рожицу не скрыть. Есть итальянцы, французы на земле, бравые испанцы, испаночки, хоре! Дивные отели, комфорт и пестрота, а мне давай качели. На родине, друзья, и так уютно станет, друг, что где-то по-русски поют, по-русски любят и бронят. И русский дом, и русский сад, детишки на урок идут, эти и Ваня их зовут. Даже луне матрешкой быть, русскую рожицу не скрыть. Помню я, помню, как няня мне дала капельку родины с каплей молока. Из Нижнего Новгорода она мне принесла ту русскую стихию, что будет жить всегда. И так уютно станет, друг, что где-то по-русски поют, по-русски любят и бронят, и русский дом, и русский сад, детишки на урок идут, эти Ваня их зовут, даже луне матрешкой быть, русскую рожицу не скрыть. Родина далекая и близкая моя. Родина, не знаю я тебя, но греюсь этим словом, как греется весна лазурным небосводом. О, Родина! Песни, понимаете, да. Это такая редкость, вот то, что мы сегодня услышали. Ну, друзья, и вот вторая песня на французском языке, песня о второй родине. Она называется «Ля Франс». Кто-то из вас, наверное, знает, владеет французским языком. Но так как объясним, что Анна Юрьевна говорит, что Франция прекрасна в цветах своих провинций, своих регионов. И Альпы белые с ледниками, и Британь в песках этих коричневых таких пляжей, и прочее, и прочее. Она разная, и зеленая, и такая, и такая.
И каждый может сказать, что у него есть своя тропинка, своя улица, свой любимый пейзаж, но не каждый сердце может... каждого. Да, если да, он живет, но не каждый, она говорит, может сказать, что это моя страна, это моя колыбель. Эта песня была написана в Лондоне в 43-м году. Chacun a sa campagne, chacun a son coteau, sa ville ou sa montagne, son coin au bord de l'eau. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut s'égriser de ces mots. La France est mon pays, la France est mon berceau. France blanche, c'est le sommet de brouillard. Avalanche sur les hivers savoyards. France verte dans le creux des chemins. L'herbe couverte de la rosée du matin. France rouge, soleil des feux, France éclatante, Provence bleue. France brune, qui reconduit le printemps, vent de l'éclat de vos soirs, qui se sauve vers l'horizon campagnard. Rose, châteaux endormis, paupières mi-closes, au bord de l'oubli. Chacun a son village, sa rue ou son chemin, un très cher visage, d'or dans le cœur de chacun. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut se griser de ces mots. La France est mon pays, la France est mon berceau. Знаменитую песню, которую вы знаете и слышали ее в разных исполнениях, и прекрасно, что ее поют по-разному. И эта песня «Слеза». Но перед этой песней я попытаюсь вспомнить, то есть почитать нормально ее стихотворение французское, которое тоже речь идет о слезе. «О, la vie, ce puits de larmes, dont les larmes sont de vie. Que bénis soient les alarmes qui nous font pleurer, pleurer. C'est un fleuve qui nous taille à l'image du génie. Refleurir aux larmes sourdes. Chaque larme est un bourgeon en buvant au coin des gourdes la tendresse du pardon. Oh la vie, ce champ de sel qui boursouffle ses flancs noirs sous les rosées de nos rêves qui parpille le hasard. Oh la vie, qui sait la vivre, sait alors la vendanger. Много чего пережитого, много чего позади, счастье еще не забытого, снова навеяно мглы. Снова, простите, я так разволновалась этим его стихотворением. Много чего пересказано, может быть, даже и зря. Много чего недосказано, за что болеет душа. Слеза, слеза, слезинонька, катись, моя слеза, тужить ведь не новинонька, на это
есть душа. А вдруг потом покажется, что плачется не зря, и боль в душе уляжется, с тобою слезинка слеза, с тобою слезинка слеза. Юные грезы мерещатся, с ними ранний покой. Все как-то вдруг перепуталось, стало осенней порой. Все же тужить нам приходится, не замолить той тоски. Счастье никак не обходится без мимолетной слезы. Слеза, слеза, слезинка, катись, моя слеза, тужить здесь не новинка, на это есть душа. А вдруг потом покажется, что плачется не зря, и боль в душе уляжется, с тобою слезинка слеза, с тобою слезинка слеза. Тот момент, когда нам позвонили из Аляски и сказали, что ее не стало. Я сейчас напрочь просто сердце дрогнуло. Может быть, не надо было ее петь. И вы ее спели просто потрясающе совершенно. Вероника, нужно сделать такой небольшой антракт, потому что я хотела сказать, вот я забыла, что вот именно в этой библиотеке, именно в этой библиотеке впервые в конце 1999 года мы провели вечер, первый вечер, посвященный Анне Юрьевне. И вы увидите это, там внизу такое есть очень уютное помещение. Сделали такой водопадик там, понимаете? И когда мы были, мы пили за ее здоровье. По-моему, это было 19 декабря, вот я помню. День Николаса. Да. И Марина, это Марина Гончук устроила. И поэтому, вот видите, сколько прошло с 99-го, почти 9 лет нашей Анне Юрьевне Кузьмин-Москвичке, а клуб «Москвич» 15 лет. И здесь вот тоже произошли необыкновенные совершенно вещи. Я вас прошу буквально присесть на несколько минут. Если можно, чуть-чуть откройте там окно, можно дышать нечего. Я просто хочу Клавы Хабаровой, и Марина Гончук уехала раньше. Значит, она домой ехала на трамвай, на 23-м, да, Наташа, там 23-й, по-моему, уходит вот от метро «Аэропорт». И вдруг буквально через 2 часа она звонит и читает стихи, которые родились у нее в этом холоднющем трамвае, холоднющем. А мы действительно собрались у Клавы Хабаровой, что-то вот мы только-только стали соприкасаться к удивительной судьбе, к удивительному душевному. Читает такие стихи. И я, например, вот чем больше лет проходит, тем больше считаю, что Марина, вот через нее, через Марину Россия покаялась перед теми, кто был вынужден покинуть Россию после расстрела отца, после там разных катаклизмов. И это стихотворение так я уже назвала «Родина Анни». Аня, Аннушка, Анюта, милое дитя мое, в эту самую минуту мы опять с тобой вдвоем. Ждет тебя твоя Россия, трепетно, с любовью ждет. Пусть Господь подарит силы на далекий перелет.
ты была такой крошкой, покидая отчий край. А теперь легла дорожка. Возвращайся, прилетай. Мои соки ты впитала, мою силу набрала, сделала добра немало, сердцем к людям ты нашла. Ты отважна, словно Жанна. Да, конечно, твой талант неповторим. Возвращайся, моя Анна, мы с тобой поговорим. Так по-русски, так неспешно, чайный стол в саду готов, и поют скворцы скворечня про мою к тебе любовь. И качаются качели, раздается детский смех. Возвращайся к колыбели, родина милее всех. Вот, вот представьте себе, это Мария. Анна Юрьевна про эту песню сказала, это Никита. Это ему. Да. Вот вы представляете, она это такой верный человек, она была уже замужем, все, но она всю жизнь вот осталась верна любви своей, вот Никите Бабарыкину, какой-то необыкновенной любви. Да. Итак, самая прекрасная песня. И поет Наталья Горленко, которая тоже вот была вот удивительно, да? Да, она переписывалась с Анной Юрьевной. Анна Юрьевна, очень да, слышала, да, слышала, и да. И сказала, и... вы поете по-разному, но прекрасно. Вот. И это чудесная Наталья Горленко, потому что она вдвойне, по-моему, счастливый человек сегодня. Вот она видит и слышит вас. И в этой библиотеке, которая имеет теперь имя Максимилиана Волошина. А она вот такая, она маленькая, хрупкая, но как она сражается за сохранение памяти о нем в Крыму, да? Наташа, ну, вставай и мой самый прекрасный. Это такой просто напев, вот после чего, собственно, и завязалась наша переписка с Анной Юрьевной, потому что она была удивительно отзывчивым. Она была удивительно отзывчивым человеком. Щедрая до... Ну, только, наверное, вот такая русская женщина, впитавшая всех, крови всех своих знаменитых предков. И она и в Аргентине ведь жила, да. Боже мой, и в Чили, где она... И, это как Лев Волошин, путешественница. Да. По мирам, по эпохам, по истории. Жаль, что вас не будет, но если кто-то будет, 21-го я приглашаю всех в большой зал Дома ученых. Там будет вечер конкретно посвященный Волошину. Но мы сегодня тоже немножко расскажем, потому что мы первые на Волошинских чтениях «Коктебель» в 87-м году. Вот вы придете 21-го день поэзии, как раз будет вечер сугубо Волошину посвященный. И когда я думаю об Анне Юрьевне, просто... как бы женское такое воплощение, да, щедрости какой-то необыкновенной самоотдачи. Это тот же Макс, только в женском воплощении. Да. Это абсолютно какие-то родственные души. И те слова, которые она умела найти, буквально для каждого. Да, ведь у нее все разные и все в точку. Ну, я попытаюсь, мне сложно будет просто. И там в середине песни будет несколько строчек, которые, по-моему, великолепно перевела Асия. Я переводила также из «Владика Месидор». Да, прекрасно. Она вложила туда всю свою душу. Ну, примерно так эта песня звучит, значит, с гитарой. La plus belle chanson tourne encore, tourne en rond. Tourne au fond de moi-même, la plus douce émotion tourne encore, tourne en rond, tourne au son d'un violon, et j'ai beau m'en aller aussi loin que l'on va, aussi loin que l'on aime, la plus belle chanson tourne encore. Tourne en rond, tourne au son d'un violon, comme un vieux carrousel, au vertige éternel, ont couru les années, il ne reste qu'un peu de jointé aux cheveux, une rose effilée, mais au rythme du temps, une histoire est pour étant.
C'est la même que l'on sent chaque fois revenir doucement. Ах, как годы неслись каруселью вверх-вниз, это времени берус увядший букет, пожелтевший портрет, седина словно смерть. Круговерти времен, наша встреча как сон, это сон наяву. Сколько лет, сколько дней вспоминаю о ней, возвращаюсь я к ней, ей живу. La belle chanson, ton encore, ton avant, ton enfant de moi-même. La plus douce émotion, ton encore, ton avant, ton son en violon. Et je veux m'en aller aussi loin que l'on voit, aussi loin que l'on aime. La plus belle chanson, ton encore, ton avant, ton son dans violon, violon, ton son, violon. Наташенька Горлинка, она кандидат исторических наук. И тема ее диссертации была «Интеллигенция Аргентины». Еще вы хотели бы песню? Да, конечно. Извини, вы меня прощаете. Так, как замечательно. Вы у нас главная. Вы все здесь организовали. Ну, еще песню. Вы нам подсказываете, когда остановиться. И тоже я прочитаю стихотворение, наверное, перед этим. Но песню тоже вам известную, ее называют, она называла ее по-разному. И песни «Уроки соловья» или «Песня Миллиона» Анны Юрьевны. Je voudrais pour toi un collier de perles, dont chaque reflet soit un mot d'amour. Je voudrais pour toi un grand diadème, et ces mots, je t'aime, qui brilleraient autour. Je voudrais pour toi la soirée d'hier, froide et solitaire, comme un grand manteau. Dans l'obscurité, lors de ta prière, ma douce prisonnière, je serai ton flambeau. Итак, песня «Эмигрант». Потемнел в душе за все время, что скитаясь по краям чужим, заложила судьба ногу в стремя, и летим день за днем, и летим. Не поплакать ни с кем, не забыться, все чужое, чужое. Давно оно в сках уже серебрится, неизбежная нитка тайком. Ах, безумно жаль мне тех дней, когда хотелось жить, когда весенний соловей учил нас, как любить. Когда весенний соловей учил нас, как любить. Устарели романсы, что пели, позабылись былые мечты. Рок и твист танцевать не умели, но зато плавно вальсы текли. Хочется вальсом старинным тихо петь под гитару мою,
за прошедшие милые дымные, за любовь и за нашу судьбу. Ах, безумно жаль мне этих дней, когда хотелось жить, когда весенний соловей учил нас, как любить, когда весенний соловей учил нас, как любить. Ну вот, что касается нашего спектакля, я повторяю, и, может быть, даже к вам обращаюсь. Кто знает, мы, Анна Юрьевна хотела, и мы этого желаем, и что-то пытаемся сделать, найти контакты с теми людьми, которые что-то могут, с теми организациями, которые могут немножко финансировать этот проект. Казалось бы, он очень, с материальной точки зрения, недорогой. Три человека, одного француза и нас с Вероникой, пригласить сюда и поехать и в деревню, и в Питер, и в Таганрог. И Москва, конечно. Чтобы люди услышали, узнали. Мы рады, мы искренне рады, что поют уже, и хоры поют, и исполнители замечательные поют по-разному, Анну Юрьевну. Это прекрасно. У нас своя тема, у нас свой импульс, переданный нам просто от Анны Юрьевны, что мы ее знали. Такова наша судьба. И мы хотели бы играть свою роль в этом прекрасном движении, чтобы Россия... И не только Россия, славянские народы узнали Анну Юрьевну лучше и лучше. Да. Вот расскажите, Вероника с Анатолием, они только что приехали из Кисловодска. Где в Кисловодске тоже поселилась Анна Юрьевна. Да. Вот в таком, вот, да, я просто была на открытии зала, да, посвященного Анне Юрьевне. Представьте себе, вот такой есть театр, музейчик. Наша Россия, это вообще которая непонятно. Соединила. Соединила Кисловодск, Кавказ, да, где да. бывали из рода Анны Юрьевны, Столыпин вместе с Лермонтовым, Пятигорск, вы знаете, и другие, и также Платов, да, на Кавказе. Значит, благодаря вам, Ася, большое да. спасибо, вы соединили, значит, есть такая Валентина Петровна, и как Евтасими, да. вот тяжело произнести эту фамилию, значит, она, там есть музей-театр, благодать. В переводе имя Анна из греческого обозначает благодать. Вы знаете, что Анна происходила из двух родов, греческого Алфераки и русского Бетулинских. И вот, значит, эта книга вышла в очень хорошем издании, здесь много дополнений, есть то, что-то то, что у вас есть «Дорога домой», замечательная книга, которая вышла в издательстве «Русский путь», и у вас у многих есть. Это ваша книга была представлена в салоне книги в Париже, очень хорошие отзывы. И вот, значит, сейчас новые пополнения, здесь разные, много иллюстраций, фотографий, значит, вот Платов, видите, Роман Платов. Значит, его дочь и так далее, воспоминания. И, к сожалению, она нам, Валентина Петровна, дала только эту одну книгу, сказала, что всего 1000 экземпляров вышло, 100 из них пришлось подарить всем функционерам. И позже, Ася, она вам обязательно эту книгу передаст. И там еще какая-то есть маленькая, что-то там нужно переделать, типографии. Поэтому они сейчас не очень распространяют. Да, какие-то там есть несколько ошибок. Очень хорошо. Вот я и говорю, наша страна какая-то. Да? Вот. И теперь я еще одну минуточку хочу обратить внимание. Тут у нас много материалов, но здесь есть очень ценные, ценные письма, которые я вам потом покажу. Нет, есть, значит, из кабинета президента Франции Саркози. Значит, последнее письмо. Мы боремся за дело да. Анны Марли. Ее признают официально, да? Но нам
страшнее там, чем это было бы здесь в России или в Украине. Все, мы будем бороться. И, да. И президент говорил о ней, президент чуть ли не плакал, восходя на престол свой. Да, он поехал в Булонь, вы видели, там это. Был такой, то есть мемориал молодым сопротивленцам, то есть партизанам, молодым, которые погибли, студентам. И написали потрясающие письма, которые являются примером для всей молодежи. И стоял президент Саркози, и звучала песня Анны Юрьевны. Да. И он, у него слезы на глазах были. Песня партизан. Короче говоря, значит, здесь есть письмо из кабинета Николя Саркози, где пишет нам его секретарь, что письмо очень внимательно было прочитано, написали его французы. Они желали, чтобы этот спектакль был субсидирован, поскольку этот спектакль «Салю Анна Марли» в 2005 году был закуплен мэрией Монружа, где мы живем, это недалеко от Монпарнаса, и два дня показывали этот спектакль, значит, за деньги мэрии. Это день национального достояния Франции, когда открыты абсолютно все музеи, все, как говорится, дворцы, и вместе с теми президентами. Поздравления с этим спектаклем. И с извинением, что не может прийти лично, нам прислал в то время премьер-министр Франции Доминик де Вильпан, с которым мы случайно познакомились. На улице здесь есть фотография, мы вам покажем. Значит, и вот сейчас нас обрадовали. Пришло письмо из Министерства культуры, что этот спектакль будет субсидирован во Франции. Но это во Франции. Мы будем говорить во Франции. Еще я хочу вам показать тоже, может, вот это такая программка, видите, нарисован такой человек, написано «Блины». Это знаменитый бал, который уже еще и до войны был, и сейчас, и долгие годы, вот спасибо этому человеку, князю Борису Голицыну, который нас тогда пригласил в этот день. Божья милость, Макс Волошин привел. И Голицын, Борис Голицын, который жил в Медоне, удивительный человек. Если есть такой образ, знаете, русского барина, ну, настоящего хлебосольного, щедрого, искреннего, доброго. Поплакать. Это был Борис Голицын. Смотрел на этого человека, он общался очень живой, бегал со всеми, общался. Сам делал блины. Такое впечатление, что человек только и был озабочен своей жизни одним. Как доставить удовольствие ближним людям, чтобы они улыбались, что-то приятное сделать, подарить. Вот такой человек, немножко уже мы испытываем голод на таких людей. Да, ну слава Богу, и матушка здесь, жива. 2 марта 97-го года. Да, разные участники написали нам какие-то пожелания, благодарности. И рукой Анны Юрьевны у нас масса писем ее, конечно. Да, которые мы издадим. Нужно встретиться, Анна Марина. Ой, замечательно. Все расходится, да? Вы тоже очень рады. Мы так рады принимать вас здесь в гостях. А мы еще так рады, что наконец. Мы мечтали вот Анна здесь Юрьевна, вот встречать Анну Юрьевну. Да. Мы здесь Людмилу Тобольскую тоже встречали, как если бы встречали Анну Юрьевну. Вы знаете, вот здесь у нас, к сожалению, нет Татьяны Амосовой, первой исполнительницы песен Анны Юрьевны. И вот она сейчас поет «Слезу», она поет балладу «Крещение Руси», вы знаете, с Гуслером, да. Роман Опричник такой. Это все замечательно. Вы, кстати, послушаете. Да? Марина сама поет теперь песни Анны Юрьевны. И Виктория Филатова, наш, ну просто потрясающий совершенно композитор, она была совсем некогда, что-то такое и у ее супруга Женя, который сидит впереди, ее заслоняет от нас, вот, тоже у них что-то было. И все-таки, когда мы отмечали 90-летие Анны Юрьевны Федерации мира и согласия, все-таки Виктория сделала потрясающую пьесу «Букет», мелодия Анны Юрьевны. Вот, Виктория, ты как? Пожалуйста, что столько звучало уже мелодии. Еще не звучало этот инструмент. Нет, слово скажу. Да, конечно. Таню Амосову вспомнили. Это исполнительница, с которой я работаю уже больше 15 лет. И вот я очень рада, что она нашла еще и вот в этом направлении свое воплощение в работе. Как первая исполнительница песен Анны Марли у нас в России. Танечка очень умный человек и чуткий по своей артистической натуре. И, конечно, ей очень удалось это воплощение.
А мне так довелось по просьбе Асии приготовить небольшой такой коллаж музыкальный. Вот, и звучал он День памяти, годовщины, когда не стало здесь, в земном мире, а на Марле. И вот я этот коллаж приготовила. Но в процессе подготовки этого материала я погрузилась в материал и стихотворный, потому что я сама автор, композитор, и мне интересно, конечно, работать с стихами. У меня родились мелодии, я вам их подарю в записанном виде, нотном, вот в этом, да. Вот, это я подарю вам. Но сейчас тогда вот прозвучат несколько мелодий, которые уже многие вас знают. И завершится это вот песней «Новой России». И у вас есть гимн «Новой России». Да. У вас есть в подборке материала, есть слова. Поэтому это, можете подпеть. А все-таки одну вашу вещь можно послушать? Можно. Спасибо, это вы хотите. А то меня Асия хотела лишить этого. Она думает, когда вечером в церкви, когда вы разговаривали, замечательный момент вечера, когда вы говорили о храме, где звучала эта музыка, я уже была в своей музыке. Пожалуйста. Вечером в церкви называется. Хорошо. Пожалуйста, мне нужно будет маме для
Анны Марли. Thank you.
молодцы. Все сами. Большая самодеятельность. Без репетиции все сделала сами. Спасибо. Я на самом деле умею. Потому что у нас здесь чудесная Ольга Рыбникова, которая совсем недавно провела в Центральном доме московского художника выставку 100 полотен. Это просто совершенно потрясающе. Знаете, какая у нас Оля сидит? Оля, она не сама просто... Значит, у нас здесь присутствует замечательная Надя Васильева, если еще будет у нас материал об этом. И вы знаете, что, вот, может быть, это очень интимная такая сторона. Здесь присутствует очень моих подруг по русской парной. Вот поприветствуем. Да, это, знаете, как я не знаю. И здесь присутствует просто легендарный Кузьма. Вот тело! Встань, Кузьма. Вот Кузьма. Этот ребенок, вот он успел насладиться немножечко дружбой с Анной Юрьевной. Он успел поговорить. 7 минут телефонного разговора. Здорово, 7 минут это почти. Это очень много, это очень много. Вот. Счастье. И они переписывались, это замечательно. И это очень молодые. И у нас здесь Ксения. Ксения, ты где? Иди сюда, потому что Ксения, она автор сайта Анна Марли. Да, да, да. Вот. Спасибо огромное. Молодые здесь. И вот здесь молодые ребята Олега. Кто знает, может быть, они понесут высоко знамя партизан. И ваше знамя. Я никогда в жизни не думала, что вот так повернется моя жизнь. Что я вот пересекусь, и все мы пересечемся с такой совершенно потрясающей жизненной стезей, которая ведет в небо просто. Вот стезей Анны Юрьевны. Это просто потрясающе. Вот. И у нас еще у нас очень много поэтов. Ну, я не знаю, певиц замечательных. И у нас вот даже, да, вот, у нас даже вот есть поэтесса с удивительной фамилией Эль Джеши. Оля. Оля, вы видите? Дело нет, просто у нее есть восхищение. Вот. И, ты не помнишь наизусть? Нет, иди сюда. Вы знаете, бывает такие волнительные минуты, что мы имеем право на ошибки. Да, это вообще в своей жизни. Видите, я разволновалась слезой. Да. И, просто, а знаете еще почему? Потому что Анна Юрьевна умерла с 13 на 14 апреля, хотя записано 15. Нет, нет, это 15 февраля. Февраля, нет, нет. В день рета. Да, а 16 февраля день рождения моей мамы тоже. Вот так, а, вот тоже. Да, а моя мама умерла ровно через 2 месяца с 13 на 14 апреля. И я так разволновалась этой песней «Слеза». Святые небесные. Вот, они хотели встретиться. Да. Олечка. Олечка, да. Сейчас... После ее смерти. Аннушка, Анюта, Аня, дочь России, нам, сестрицы, что там годы, расстояния и условные границы, даже смерть концом не стала, не сумев любовь разрушить. Вновь звучит твоя гитара, исцеляют
песни, душ. И в кругу подруг москвичек, в боевом оркестре света, ты всегда звучишь привычно, вещим голосом поэта. Ангел, Аннушка, Анюта, крылья стелишь над Россией, над ее духовной смутой. Круг за кругом смерть осилив. Я не вижу на вашей очереди. Пускай по кругу. Да. Мы сейчас перейдем к Максу Волошину буквально чуть-чуть, поскольку мы не можем не отдать вот дань этому великому русскому поэту, который стал одной из путеводных звезд для нас, с Анатолием, для нашего творчества, поскольку мы в 87-м году впервые соприкоснулись с книгой, которая вышла Макса Волошина «Поэзия» в маленькой библиотеке поэта. Есть такой ученый Александр Белецкий, который очень любил Волошина в Киевском университете. И он подарил Анатолию эту книгу и пригласил его почитать в университете прямо, как говорится, чистую с книги. С листа. Вот. И после этого мы полюбили его. И вместе с Владимиром Купченко и Захаром Давыдовым, составителями книги «Как Тиверские берега», мы приготовили спектакль, который назывался «Я не сам ли выбрал час рождения». И так как это впервые после перестройки в 87 году съехались поэты, литературоведы, критики, все в Коктебель, в дом Макса, то мы были тоже приглашены с этим спектаклем. И мы его там показали, мы были, конечно, просто счастливы, потому что, во-первых, мы еще застали его племянницу Максимилиана Волошина, которая же плохо видела, но жила в Симферополе. Мы застали удивительных, мы сейчас говорим старушек, но это были очень, как Анна Юрьевна, молодые, голоса такие звонкие. Вот Анна Юрьевна, как вы звонкие голосы, да? До последнего мгновения. Вот это были такие удивительные женщины. Была, значит, Мария Безмитина, была Елена Дмитриевна, ее звали, да? И также была Надежда Николаевна Бурлей. Надежда Николаевна Бурлей, француженка по происхождению, которую Макс Волошин привел в 20-е годы к себе в дом. Он же, вы знаете, всех, кого он встречал, людей на улице, если только он видел, что человек нуждается, он сразу, конечно, вел к себе в этот дом. И вот, значит, Надежда Николаевна Бурлей, дочь землемера в Аскании Новой, француза по происхождению, с Лихтенштейна. Значит, она много лет прожила уже после даже смерти Макса, вместе с Марией Степановной они спасали этот дом, и, конечно, она пайками своими кормила Марию Степановну. И вот, значит, мы их всех там увидели, мы были покорены, и что там удивительно еще, что, как ни странно, еще до того мы выступали с этой программой «Актеры театра и кино» по Крыму, и в театре Чехова мы пели вот этот рубцовский номер. И пришли директор музея Коктебеля, из Коктебельского дома Волошина, и пригласил нас буквально туда, в дом. А мы сказали, как, у нас вечером еще один концерт. Ничего, говорит, мы смотаемся туда-сюда, раз. Мы приехали, конечно, быстренько поклониться могиле Макса Волошина, все. И за это время, пока мы были на могиле, они быстренько соорудили стульчики, как это всегда было, низенькие стульчики, и привели нас, значит, в столовой. Да, и говорят, вот здесь Гал сыграл, здесь, значит, Марина Цветаева читала стихи. У нас все задрожало внутри, конечно. Ну как же так и все. Но тем не менее, вот такая встреча, как сегодня с вами, произошла, как говорится, с
спонтанная, импровизационная, но запомнилась на всю жизнь. И потом, когда мы второй раз поехали, конечно, мы остались благодарны на всю жизнь этому дому. И с этой программой мы приехали с рекомендацией. Катерина. Мы слились в автобусе, она нас догнала, мы ее не знали, она представилась и говорит: вы знаете, вот то, что я знаю, вот это, то, что произошло сейчас при Волошине, было именно так. Именно так. То есть вот это общение, искреннее, душевное. Вот. И затем в Париже мы показали Катерину Лопухина, это дочь Михаила Александровича и Марии Васильевны Лопухины, которые живут недалеко сейчас от нас. Значит, она нас первая привела, познакомила в Инкопресс с Струве, Николаем Струве, и мы в студенческом, христианско-студенческом движении впервые показали этот спектакль «Я не сам ли выбрал час рождения». Таким образом мы познакомились с Ангелиной Цетлин Доминик, которые Мария Михайловна и Михаил Осипович дружили с Волошиным. Бурдель ваял бюст Марии Михайловны Цетлин, Серов написал ее портрет, а Макс Волошин посвятил ей стихи. Итак, дружба с Ангелиной Цетлиной тоже у нас произошла. Мы после ее смерти в 96-м году жили в ее доме возле Эйфелевой башни. Она поддерживала всячески все начинания, все, что было связано с Максом. Она давала свои средства, чтобы вышла книга «Эти Коктебельские берега». Очень часто приезжала в Россию, жила и в Купченко, жила и в Давыдове, многих других здесь, в Москве тоже жила. Она ведь родилась в Москве в 3 дня раньше. Значит, Ангелина Цетлин Доминик родилась 27 октября 2017 года, Анна Юрьевна в Петербурге 30 октября 2017 года. Обе учились у Кшесинской школы балета. Да, вот удивительная судьба. И таким образом, значит, мы перейдем к этой теме очень кратко, чтобы вас не понять. Просто мне хотелось бы исполнить несколько его произведение Максимяна Волошина. Я думаю, здесь нет чего-то неестественного перехода вот от темы Анны Юрьевны к Волошину, потому что я однажды ей послал, записал в домашних условиях тексты разных авторов. От Пушкина, Гоголя, Рубцова и Волошина много человек. Я хочу сказать, что у нас дома хранится материал очень ценный. И несмотря на то, что мы дружим, это наш близкий друг Сахар Давыдов, сейчас живет в Канаде, который много издал. Составитель. Ну и вообще архивы поднимали они с Купченко, много стало доступно широкому читателю. Что касается Волошина, одним словом, Бурлей, Надежда Николаевна, с которой мы дружили, которая знала и Волошина, и дружила долгие годы с Марией Степановной Заболоцкой. И вот она нам однажды, вот, нашу последнюю с ней встречу в ее скромной квартирке в Симферополе, она нам дала папку. И эта папка у нас находится дома. Это папка, где очень много писем за многие годы Марии Степановны Волошиной Заболоцкой к ней. И ответы там некоторые, там есть разные темы, но в основном такие письма. За разные годы, годы оккупации. То есть речь идет вечно о Максе Волошине, о доме, его судьбе, о интригах, которые были уже после войны вокруг этого дома. Очень, и там очень сильное свидетельство, и надо это будет издать. Просто это время, то есть я этим займусь, конечно, с Захаром Давыдовым, с другими, чтобы издали, чтобы люди прочитали вот такой материал. И вот просто 2-3 стихотворения. Конечно, у нас было большое счастье выступать в доме Волошина один раз, потом в другой, на конференции, по Крыму ездить, встречать людей и дружить с ними, которые его знали. Но когда мы оказались в Париже, первое наше выступление в христианском, русском христианском студенческом движении в церкви на Оливье де Сер, иммигрантской церкви, которая была из гаража сделана и до сих пор не существует. И мать Мария знаменитая, все это было там. Погоди, Вероника. И наше выступление первое было волошинское. И вот тема Парижа, которая звучала в нашем спектакле, которую мы только понаслышке, как и все люди, Париж, воображаем, фильмы, литература, а тут мы оказались в Париже, пошли по этим улицам. И вот это два стихотворения маленьких, которые Волошин посвятил Марине Цветаевой, две ступени.
И речь идет о Париже, о революции. И вот все эти названия, улицы Сент-Антуан, Пале-Рояль, Марли и так далее, имена, все это мы увидели, почувствовали, прожили, и иначе зазвучали, может быть, эти стихи. Вот эти два стихотворения, посвященные Марине Цветаевой, «Две ступени». Простите, 14 июля 1789. Ничего. Дневник Людовика XVI. Бурлит Сент-Антуан, шумит Пале-Рояль, в ушах звенит призыв Камиля де Мулена. Народный гнев растет, сметаясь ввысь, как пена, стреляет. Бьют в набат, в дыму сверкает сталь. Бастилия взята, предместья торжествуют, на пиках головы Бертье и Делоней, и победители, расчистив от камней площадку, ставят столб и надпись «Здесь танцуют». Король охотился с утра в лесах Марли. Борзы подняли оленя, но пришли известия, что мятеж в Париже. Помешали, сорвали даром лов. К чему? Из-за чего? Ни в духе лег, ни спал. И записал в журнале 14 июля ничего. 10 августа 1792. Достаточно двух батарей, чтобы смести эту сволочь. Слова Бонапарта. Мемуары Бурьена. Париж в огне. Король низвержен с трона. Швейцарцы перерезаны. Народ изверился в вождях. Казнит и жжет. И Лафайет объявлен вне закона. Марат в бреду и страшен, как Горгона, невидим Робеспьер. Жеронда ждет, в садах у Тюрельи водоворот взведенных толп и львиный зев Дантона. А офицер, неведомый никем, глядит с презрением, холоден и нем на буйных толп бессмысленную толочь и, слушая их исступленный вой, досады, что нету под рукой двух батарей рассеять эту сволочь. И еще одно стихотворение, которое Волошин написал в 20-м году в Крыму. Представляете, 20-й год, Крым, и он посвятил его в один и тот же момент и Александру Блоху, который тогда умер. И как умер? Вы знаете, и Гумилеву, Николаю Гумилеву, который был расстрелян. И он написал такое стихотворение. «С каждым днем все тише и все глуше, мертвенная цепенеет ночь. Смрадный ветер, как свечи жизни тушит, не позвать, не кликнуть, не помочь. Темен жребий русского поэта, неисповедимый рок ведет. Пушкина под дуло пистолета, Достоевского на эшафот. Может быть, такой же жребий вынул горькая дедоубийца Русь, и на дне твоих подвалов сгинул. Или в кровавой луже подскользнусь, но твоей Голгофы не покину. От своих могил не отрекусь. Доконает голод или злоба, но судьбы не изберу иной. Умирать, так умирать с тобой. И с тобой, как Лазарь, встать из гроба.
все это все равно так или иначе судьбой и отца Анны Юрьевны Марли, который тоже погиб заложником, его расстреляли, вы знаете. И судьба вот этих людей, и Анна Юрьевна, она все это знала, но потрясающе то, что она не таила злобы. Да, удивительно. Она не таила злобы. Но только любовь, только да. сострадание. И тем более, только... когда война была, и когда немцы подошли к Москве, вы знаете эту потрясающую легендарную историю, как она говорит, вся душа моя русская поднялась. Говорит, как там люди, плохо вооруженные, плохо одетые, в таких условиях диких, такое отчаянное сопротивление. Вся душа моя поднялась, и она писала этот шедевр. Смоленск. Ну, я, в принципе, по направлению на Москву. Нет, ну до такой степени... Нет, Смоленск. Это было в Смоленске, там все было залито. Вот, и последнее стихотворение, которое тоже у Волошина, обо всем об этом, и об этих поколениях, и вообще какой-то непостигнутой доли России, ее предназначении. Кто ты, Россия? Мираж, наваждение. Была ли ты? Есть или нет, омут, стремнина, головокружение, бездна, безумие, бред, все неразумно, необычайно, взмахи побед и разрух, мысль замирает пред вещью тайной. И ужасается дух. Каждый, коснувшийся дерзкой рукою, молнией поражен. Карл под Полтавой, ужален Москвою, падает Наполеон. Помню квадратные спины и плечи грузных германских солдат. Год, и в Германии русское вече. Красные флаги кипят. Кто там? Французы? Не суйся, товарищ, в русскую водоверть. Не прикасайся до наших пожарищ. Прикосновение — смерть. Реки вздувают безмерные воды. Стонет в равнинах метель. Точит в точиле, качает народы русский разымчивый хмель. Мы, сраженные совестью, в каждом стеньке святой Серафим, отданный тем же похмельем и жаждам, той же волей томим, мы умираем, не погибая. Дух обнажаем до дна. Дивное дело. Горит, не сгорает. Неопалимая купина. Все понять, все знать, все пережить, пройти по всей земле горящими ступнями, все воспринять и снова воплотить. Вот так оно и получается. Да. И вот Вероника предлагает, и я с ней соглашаюсь, закончить наше выступление песней французской, очень популярной, песней, которая и любима и у нас. А вы можете нам подпеть. И вы ее помните, ну... Может быть, а потом да. Песню «Партизан». А, песня, пожалуйста. Конечно. По-русски. По-русски есть. Хорошо. У всех есть песня «Партизан», да? Нет. Разные варианты были, но один из вариантов был такой. И пел также на стихи Анны Марли. Да. Вы знаете, кто это. Сейчас вы узнаете, вспомните. Значит, он так пел, иногда пел песню так. Начинал со стихов. Je voudrais tant que tu te souviennes. Des jours heureux nous étions amis. En cet amour la vie était plus belle. Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent la pelle, tu vois. Je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et les vents du nord.
запорте, дан ля ні фуа. Показывали несколько лет тому назад документальный фильм, очень большой, длинный. Фильм здесь называть, который мы как бы уважаем, но это действительно большие люди, искусство были, культуры, но они сотрудничали с немцами, жили неплохо при них, снимались в фильмах пропагандистских, участвовали всяких. И это страшный фильм для Франции. То есть мы смотрели этот фильм, ужасались, потрясались, и знаете, как замечательно закончился. Пошли титры этого фильма ужасного, идут титры, и на тот, титрах, нет, на титрах голос Ив Монтана, который поет «Ами Антантюль Войнуах Деков Бош». Песню, которую написала Анна Юрьевна. То есть были великие люди, которые не сказали, как Дегор, нет. Ой, партизан, увезе ты сам обозан, дымал и немитку, это хайр принесан, это лапы. Сэндуки, резонды, баронды, визон, фугнофрэры. Лаэна, лутус, ля фанки, ну пусть на мизеры. Я де пей улежан от грэдри фон перэвэ. И сит ну водю, ну он маршин, ну он тю, ну он фрэвэ. И сит шан кэзэ, сэ пилвэ, кандэ басэ. А ни синьё дом, бан а ни сал дэлом, а та пласэ. Дома дю сан лаксэ, шагал гран солей сю лэгутэ. Сифли компаньон дан лянь ви ля либерте, ну секунды. Анна Юрьевна здесь свистела. Давай русский вариант свой. Теперь с вами. Русский вариант все. Да. Так, значит. Вот мы только начнем первую двух фраз, а потом подхватываем. Как спектакль. Леса до леса дорога идет вдоль обрыва. А там высоко где-то месяц плывет торопливо. Пойдем мы туда, куда ворон не влетит, зверь не входит. Никто, никакая сила нас не покорит, не отгонит. Народные зрители мы отдадем злую силу. Пусть ветер свободы зацепит и нашу могилу. Пойдем мы туда и разрушим конца.
Знаю, как много за правду нас легло наши дети. Больше нет. Ну правильно, да. Ну папа повторяет. Тебе ходит, никто, никакая сила нас не покорит, не отгонит. И отряд удаляется. И уходит в лес. Дело партизанское. И вы ударяетесь от нас. Дорогие наши гости. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо вам за ваши сердца, за терпение. Спасибо. Спасибо, мы все говорим, за ваш талант, за ваш талант сердца, за ваши души. И когда вы пели вот это «Le feu mort», вы знаете, что сначала как будто ваш портрет, но пусть он никогда не сбудется, пусть вот эти следы на песке, пусть они всегда спасибо. Остаются. Спасибо. И те самые следы, которые вы здесь оставили в библиотеке номер 27 имени Максимилиана Волошина напротив Новодевичьих прудов. И мы всегда вас будем ждать. И еще, вот, друзья мои, мы вот здесь сидящие в зале, давайте сделаем так, чтобы переверзивы здесь действительно показали с гитарой свой спектакль, с гитарой, там, с кем, нашим что... партнером, с вашим, друга, с вашим партнером. Мы спасибо. Будем рады-рады, если кто-то из нас посодействует. Вот здесь у нас есть такие люди, потому что никто не знает. Вдруг вот как-то так повернется, что мы вам сможем помочь. Да, будем думать вместе. Будем вместе. Речь во всяком случае, вы в нашем лице, вот все, кто кого здесь нет, а самое главное, нет нашего президента Луизы Петровны Савинской. Но она знает о вас, она знает об этом вечере. Она просила передать самые-самые пожелания. У нас здесь очень многих сегодня нет, и Тани Амосовой, может быть, и Марины, но... мы ваши друзья. Мы очень... мы ваши друзья. Да. Спасибо. Вот. Спасибо еще раз. Я не знаю, как с вами прощаться. Такого еще да. я не слышала. Не прощаемся, как да. Мы не прощаемся. Да, мы не прощаемся, а говорим. Анатолий прекрасный гид. Говорим, до свидания. Будем по прекрасному коллегу. Адрес. А вы тоже зарегистрируйтесь. Хорошо, обязательно. Обязательно. Адрес есть, я с ним. Да. Адрес, имейл, все. Потому что вы настолько похожи, вы, наверное, ее знаете, Роза Ивановна Макафонова. Да. Так вы вам никогда не говорили, что вы очень похожи, потрясающе. Спасибо, я ее очень люблю. А мы 20 лет вообще не в ее жизни, мы вот. Замечательный человек. И она меня привела как нашу машину. Поэтому легко. Ой, я так рада. Спасибо. Спасибо. Я вам приготовила лучшую. Спасибо большое. Я выбрал самое лучшее из всего. Мы все так далеко. А это мои избранные, мои произведения за 10 лет работы. Это последний из романов. Может быть, вот вы знаете, что совсем твой телефон не оставили? Как я вам позвоню? Автограф. Я бы сейчас пришел. Что это? Это не о чем. Я тоже прошу.
когда мне приезжают. Анна Маркина. Где мы вам покажем сейчас, где и подарим. Где она, и внизу просто мы когда-то и послали наши фотографии, она взяла, разделила. И написала, что ли Анна Марли, вверху, она в Китае. Это вот с нашего вечера, 90-летия. Федерация мира музыки в Париже. И вот вам маленький презент. Да, первого числа. Первого числа. Вот это вот ее портрет, который французская преподавательница читает ее басни. Да, я видела. Ой, замечательно. Как она хорошо читала. Вот министр культуры Франции держит россиян. Я же как прощала. А это музыкант. Это ее дуэтная сестра. А вот Маша, Вероника, да. Вот здесь у нас Надя из французского отдела. Вот она будет делать материал. У нее тоже, кстати, муж актер. Вот. И у него там какой-нибудь уголочек. А зал какой? А вот мои ванны даже.